Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях майстер спорту міжнародного класу України з воднолижного спорту Софія Максименкова. Вітаю, Софія. Здравствуйте. Традиційне запитання, як починався ваш шлях у спорті? Одразу обрали водні лижі. Мой путь в спорт начался с 3 лет, когда меня мама отдала на фигурное катание на коньках. Тогда проходили 6 лет, точно уже не помню, давно было. И потом был футбол, пробовала себя в разных других деятельностях, как вокал, фортепиано, музыкальная школа, и остановились на водных лыжах. Скільки років було, коли ви розпочали займатися водними лижами? Як зараз пам'ятаю, це був ноябрь 2008 року, мені було 7 років, да, 2 клас. А до речі, от ще є такий вид спорту – вейкбординг. Пробували у цьому виді? Ні, не пробували, не пробували, тому що вейкбординг, він немножко там все по-другому, і наш тренер не сильно дозволяє кататися на чому-то другому. А до речі, хто був вашим першим тренером? Моїм першим тренером був Єремєєв Юрій Олександрович, він і зараз мій тренер, так що все благодаря йому. І от ваші перші досягнення. Пам'ятаєте, як це було? Я пам'ятаю таке запам'ятаючеся. В 2011 году выиграла чемпионат Украины, первый раз по фигурному катанию на водных лыжах в бассейне у нас был. И это очень запомнилось, так как первая медаль такая. А потом уже пошли чемпионаты Европы, чемпионаты мира. В 2015 году стала 4-кратной чемпионкой Европы до 14 лет. И в 2017 и 2015 году у меня было 2 место на чемпионате мира среди юношей до 17 лет. А вот, до речи, ну, поговорим про ваши достижения пізніше трошки. А от коли прийшло саме розуміння, що водні лижи – це вже серйозно, це ваша справа, і треба цим займатися? Скільки вам років було? Мне кажется, мне вот и было 7 лет на самом деле, потому что тренировки сразу начались 6 дней в неделю, по 3 часа. И одразу у вас виходило добре кататися, добре показувати якісь результати, так чи ні? Да, тренер что-то увидел во мне. Мне кажется, там даже больше было такое, что пришло вместе со мной 40 человек на первую тренировку, я как сейчас помню. Сейчас осталось этих 40 человек 3. Вот по сей день осталось 3, и мне кажется, это как-то сразу мне пришло в голову, что раз я тут, значит, надо работать. Тобто ви сразу пройшли відбір і залишилися краще, так? Ну, можна і так сказати, да. У кого виходило у цьому виді спорту? А до речі, у водних лижах 3 дисципліни – фігурне катання, слалом і стрибки з трампліна. От ваша улюблена дисципліна? Стрибки з трампліну – моя улюблена дисципліна. А в інших дисциплінах то у вас теж досить високі результати? Да, я виступаю як многоборець, тобто во всіх 3 видах водних лиж. Но в прыжках с трамплина получается лучше всего. Зараз вам належать 2 рекорди Європи у стрибках з трампліна. У віковій категорії до 14 років 33,5 метри, встановлені у 2015 році. Та у віковій категорії до 17 років 46,6 метрів, встановлені у 2017 році. Пишаєтеся тим, що ви рекордсменка? Звісно, звісно, це приємно дуже оглядываться назад и смотреть, что и видеть то, что эти рекорды до сих пор стоят, и никто их еще не побил. То есть мой рекорд до 14 лет держится уже 5-й год. Ого, 5-й год, да, и это, конечно, радует. Мрієте про рекорды серед дорослих спортсменів? Конечно, конечно, как все профессиональные спортсмены, хочется поставить рекорд мира, поставить рекорд Европы среди взрослых. Ну, это цель, к которой будем идти.
На європейських змаганнях у вас багато нагород. Найвища станом на зараз срібна медаль чемпіонату Європи у віковій категорії до 21 року, який проходив влітку 2017-го в Іспанії. Так, от розкажіть, будь ласка, що це був за старт, як він проходив? Как вы завоевали серебряную награду? Тогда этот чемпионат был вообще очень насыщенным, потому что сразу проводился чемпионат и среди юниоров, и до 21 года. В одном месте, с разницей в один день буквально. И мы выступали до 17 лет в категории как команда, а некоторых людей еще поставили до 21 проехать. Так как ставили ставку на то, что какие-то индивидуальные медали можно будет заработать. И так вышло, что меня поставили только прыгать с трамплина до 21. И тогда у нас был день, у меня были предварительные старты до 17 лет, потом следующий день предварительные старты до 21 и также с финалами. Финал до 17, финал до 21. И я помню это чувство, когда за день до финала до 21 я выиграла чемпионат Европы до 17 лет в прыжках с трамплина. И вот это чувство, что сейчас все получится. Ты выходишь на старт и понимаешь, что есть все шансы занять медаль, даже несмотря на то, что ты выступаешь не в своей категории. И мне кажется, вот эта уверенность мне и помогла занять второе место. А, до речи, ну, скільки вам не вистачило до первого места? До первого места там было в районе около 2 метров, но учитывая то, что я прыгала, мне было 16 лет, а девочке, которая первое место, ей было 20, и у нее были другие условия, то есть у нее катер ехал быстрее, и трамплин сам стоял выше. То есть у нее, так как мне было 16, мне нельзя было прыгать на этих условиях, поэтому приходилось прыгать на меньшем трамплине и меньшей скорости катера, и все остальные девочки, которые заняли третье, четвертое и дальше, они тоже прыгали на больших условиях. И поэтому вот эти 2 метра для меня не сильно важны, так как я понимаю, что даже на своих условиях у меня получилось занять второе место, и это огромное достижение. А, до речі, от на чемпіонатах світу у вас теж вище досягнення, 2 місце, так? Да. Коли це відбулося? Розкажіть, будь ласка, про цей старт. Это было в 2018 году в Испании, тоже на том же месте, как и чемпионат Европы до 21. Я заняла 2 место, мне не хватило 10 сантиметров до первого места. То есть, вот. Но так вышло, что нам дается 3 попытки, чтобы прыгнуть лучший результат. У меня получилось прыгнуть только 1, так как на приводнении, на первом прыжке у меня порвалась крестообразная связка передняя, и не получилось дальше продолжить выступление. То есть, как мне кажется, если бы вот эта вот ситуация не случилась, то, скорее всего, у меня бы было 1 место сейчас в трамплине на чемпионате мира, но судьба. До речі, дуже сумно. І скільки тривало відновлення ваше? Відновлення, на самом деле, до сих пор проходит, так как сами все спортсмены знают, что колени – это дело очень деликатное. Ну, была хирургическая операция. Да, получается, в августе 6 числа у меня порвалась крестообразная связка, и 1 сентября мне сделали операцию. И восстановление само до начала катания после этой травмы был где-то год. Сейчас понемногу пытаемся вернуться к тому уровню, на котором были. Опять же, все очень осторожно, потому что не хотим сделать еще хуже колену. Ну, до речи, вы рассказали про такие памятные старты. А какие взагалі старт, змагання найпам'ятніше для вас? Самое запоминающееся. На самом деле, мне кажется, самый запоминающийся старт у меня был не на соревнованиях. Это были тренировки перед... Это был 2014 год, тренировки перед тем, как мы уезжали на международный турнир. И тогда у меня было вот это первое чувство в прыжке, чувство полета, что ты вот летишь, и что ты понимаешь, что этот прыжок был далекий. И вот это, наверное, самое запоминающееся чувство, потому что каждый раз, когда ты чувствуешь, что ты летишь, вот эти вот 2-3 секунды в полете, они никогда не забываются. Это то, что двигает нас продолжать этим заниматься и прыгать еще раз, еще раз, еще раз. От
Тобто перші такі пам'ятні пригади – це коли ви таке відчуття, да, так, відчули, да, самого польоту? Так, да, чувство польоту, його не передати ніяк словами. От, незважаючи на свій молодий вік, ви об'їздили вже багато країн. От, є якісь у вас уподобання? Де почуваєте себе комфортно? Я чувствую себя комфортно везде, где есть мой тренер и моя команда, на самом деле. Главное быть вместе с ними, и неважно в какой стране. Самое запоминающееся, скорее всего, это была Италия, потому что мы там были несколько раз подряд, каждый год был там чемпионат Европы. Чем сподобалась вам Италия? Италия понравилась. Италия понравилась пиццей. После соревнований тренер решил взять пиццу, и это было великолепно. Як налаштовуєте себе на змагання, хвилюєтеся чи ні? Є мандраж, як у багатьох спортсменів? Есть волнение, есть такой легкий мандраж, но это более перед стартами, даже не финальными стартами, это более перед предварительными стартами идет, так как у нас в нашем спорте предварительные старты идут за команду, то есть идет в командный зачет, а потом финалы уже ты работаешь на себя. И так как в нашем спорте для Украины самое главное – это командное место, которое мы займем, то перед этими стартами, конечно, есть волнение, мандраж, не подвести свою команду, потому что шанс всего один. То есть предварительный старт, все, ты, если провалил его, то очки в команду не пошли, и сразу команда опускается на какое-то место, которое не сильно хочется получать. Ну, это дуже хорошо, что у вашей команды есть такой командный дух. Да, куда без этого, командный спорт. Що є найважливішим у водних лижах? От фізична сила, налаштування на змагання, тактика, техніка там, або комплексна підготовка. Наскільки важливий тренувальний процес? От, що на вашу думку? На самом деле водні лижи – це комплексний вид спорту, і все понемногу способствує розвитку і достижению результатов, так как тренировки у нас проводятся 6 дней в неделю. Летом, когда у нас считается, что вот с начала мая по конец октября у нас сезон, и вот в сезоне мы тренируемся, приходим утром на 7 утра на тренировку, возвращаемся часов в 8 вечера домой, и весь этот день – это тренировочный процесс, старты какие-то подготовительные, и мне кажется, самое главное в водных лыжах – это настрой и иметь цель. Ну, мне кажется, так во всех видах спорта должна быть цель, к которой ты стремишься, и тогда у тебя все получится. Роль тренера. Якими словами бы охарактеризовали своего наставника? Мой тренер целеустремленный. Он помогает, как может, чем может тебе достичь своих целей, также направляет тебя в определенную, он показывает тебе, какая цель тебе нужна. Если у тебя куда-то уходит взгляд на какие-то другие, знаете, развлечения, вот все такое, то тренер, он не будет на тебя как-то давить или что-то делать, нет, он просто тебе покажет все за и против, и покажет, почему вот его вариант лучше. И это не то, что он навязывает свои цели, а он помогает тебе понять, почему вот эта цель, которую он тебе предлагает, она лучше. И мне это в нем очень нравится. Дуже гарна відповідь. А от роль клубу, за який ви виступаєте? Взагалі, який вам надав можливість займатися улюбленою справою? Если бы не было клуба «Синтоза» и Мартынова Алексея Георгиевича, нашего президента Федерации водных лыж и вейкборда, то меня бы в этом спорте вообще не было. Потому что мой тренер Юрий Александрович, он пришел в мою школу во втором классе, когда я была, и он сказал: «Водные лыжи, кто хочет, присоединяйтесь. Мы научим ваших детей плавать и сделаем их звездами». И тогда на базе
мы начинали тренироваться на базе бассейна ДНУ, тогда у нас ничего от нас не требовалось. Требовалось только приходить на тренировки и стараться стать лучше. И сейчас я понимаю, насколько воднолыжный спорт на самом деле затратный. И тогда, если бы до меня это дошло тогда, в 7-8 лет, то мне кажется, немножко другое у меня было бы отношение, потому что это сейчас я очень благодарна и Мартынову Алексею Георгиевичу, и Еремееву Юрию Александровичу за все, что они сделали. А тогда для меня это было как, ну вот оно есть и есть, куда оно денется. А сейчас, когда становишься чуть взрослее, ты понимаешь стоимость экипировки, стоимость перелетов, стоимость тренировок, стоимость бензина, которым катер заправляют каждый день. И да, действительно, это все очень затратно, и я хочу сказать спасибо за то, что я сейчас сижу даже тут. За те, що вони зробили і продовжують. Так, да, все спасибо клубу. От проведення змагань на високому рівні, участь у міжнародних стартах, підтримка кращих спортсменів неможливі без допомоги меценатів, спонсорів. От як вважаєте, достатньо в Україні таких людей? Такий чоловік, я скажу, по своєму мненню, такий чоловік у нас один, це Мартынов Алексей Георгиевич. Він создав цей клуб в 2007 году, если мне память не изменяет. Он был первый, кто... У него была эта идея возродить воднолыжный спорт в Украине, и он до сих пор, 13 лет спустя, он до сих пор горит и хочет продвинуть воднолыжный спорт, чтобы он был более популярен среди молодежи, среди зрителей, поклонников. И это, все, что сейчас связано с воднолыжным спортом в Украине, все было сделано благодаря ему. Классичное запитание – ставление батьків до спорта. Родители всегда поддерживали. Я не помню такого, чтобы родители говорили, ой, зачем тебе это надо, никогда такого не было. Все время родители были рядом со мной, и такое смешное воспоминание. Родители вообще думали, что мы идем на плавание. И когда нам предложили попробовать водные лыжи, то есть у нас как было? Пришли человек 40, 7-8 лет, дети маленькие. То есть нас обучили плавать на базе ДНУ бассейна. Обучили плавать, физподготовка была. И потом они говорят, в конце тренировки тренер говорит, кто хочет покататься на водных лыжах, давайте. То есть у нас там лебедка стоит, 50 метров бассейн. И мы думаем, я помню, я потом маме рассказываю, мама, нас на водных лыжах катали. Представляешь, мама говорит, о, прикольное развлечение. А потом как-то все переросло в такое, что вот эта физподготовка и плавание по времени уменьшалось, а водные лыжи становились, вот эти промежутки времени все больше, больше и больше. И потом, когда до мамы дошло, что это водные лыжи, мама говорит, нам очень крупно повезло, что мы сначала думали, что это плавание, потому что, я не знаю, дала бы я тебя на водные лыжи, так как мы никогда об этом не слышали. А тут, получается, так сказать, заманили плаванием, а получилось водные лыжи. А от, до речі, спорт не заважав навчанню? Які були ваші успіхи у навчанні? В учебе, получается, я закончила 11 класс с средним баллом 10,6, то есть ни одной девятки в аттестате. И как-то комбинировали, приходилось, потому что у нас все с этим серьезно было со школы. Если у тебя в школе получаешь двойку, приносишь дневник тренеру, все, ты без тренировки. И мне кажется, это благодаря моим родителям, опять же, получалось это комбинировать, как-то успевать. Родители могли прийти в школу и сказать, что... Вот была тренировка до 8 вечера, извините, ребенок не успел сделать. Но учителя относились хорошо, учителя все понимали, потому что для них все вот эти пропуски, когда мы приезжали на тренировку на 6 утра перед школой, потом после школы, то есть приходилось пропускать первый урок, два последних, для них это все оправдывалось, когда я приходила в школу с огроменной улыбкой, потому что мы забрали какую-то медаль на соревнованиях. И все очень гордятся, мне кажется.
От зараз ви навчаєтеся у Сполучених Штатах Америки. На якій спеціальності, до речі, розкажіть, як проходить навчання? Я учусь на втором курсі факультет программирования в университете Луизианы в городе Монро. Все тоже благодаря водным лыжам. Меня заметил тренер спортивной воднолыжной команды университета на одних из соревнований и предложил мне учебу. Он говорит, мы тебе дадим спортивную стипендию, тебе нужно будет выступать на соревнованиях университетского уровня за нашу команду, то есть в Штатах. И это для меня тогда это было открытие, то есть, что благодаря спорту можно куда-то пробиться, получить хорошее образование абсолютно бесплатно. И да, это вот. Обучение проходит хорошо. Конечно, сначала была небольшая проблема с языковым барьером. Я английский учу с 9 лет и как бы все прекрасно понимаю в обычной жизни, но когда пошли технические термины и сама информация все время поступала на английском языке, это давало о себе знать, что когда ты привык всю жизнь учиться на украинском языке, а тут тебе вся информация идет на английском, нужно больше внимания уделять тому, что учитель говорит. Это, знаете, иногда бывает, сидишь на уроке и тебе рассказывают что-то, ты вроде и смотришь куда-то, но все равно все слышишь, потому что информация проходит. А тут из-за того, что информация идет на другом языке, твой мозг ее просто не воспринимает. То есть нужно все время сидеть во всем внимании, пытаться учиться. Ну, как вважаете зараз, який у вас рівень вже англійської мови? Два года назад нужно было сдавать тест по английскому IELTS, чтобы поступить на специальность в университет американский. И мне тогда показалось, что у меня уровень C1 английского. То есть владею, разговариваю, понимаю свободно. Сейчас, мне кажется, у меня стал английский немного лучше в том плане, что я уже даже не задумываюсь, когда разговариваю на этом языке. Он как... Иногда мне тяжелее разговаривать на русском или украинском, чем на английском. Повернемося до спорту. Як світова пандемія коронавірусу COVID-19 вплинула на спортсменів, однолижників і вас особисто? Тренувалося, от і зараз тренуєтеся дистанційно? Чекаєте на повернення повноцінного тренувального процесу, а також на майбутні змагання? К сожалению, мне кажется, что соревнования все будут отменены или перенесены на другой год. Так как уже был отменен чемпионат мира среди юношей, я уже не в той возрастной категории, чтобы участвовать, но у нас есть другие спортсмены, которые собирались ехать на этот чемпионат, и он был перенесен на 2021 год. Также были перенесены все мои университетские соревнования на неопределенный срок, пока все не закончится. Но с понедельника мы начинаем тренировки, получается, да, возобновляется тренировочный процесс. Как отразилась пандемия, наши спортсмены были на тренировочном сборе в Орландо, во Флориде, Соединенные Штаты Америки, в то время, как начался этот, как бы вспышка эта началась. Эпидемия в Соединенных Штатах. Да, эпидемия, да. И нам, и им нужно было лететь домой, но границы были закрыты, и оставаться там было опасно слишком. И как-то им получилось выбраться, купили билеты в последний момент, летели. Говорят, что самолет был полный из Нью-Йорка, они летели Нью-Йорк-Киев. Самолет был забит всеми украинцами, это был как спасательный рейс. Насчет меня, у нас в марте, 27 марта у нас перевели учебу на онлайн, на дистанционное обучение, и нам посоветовали всем иностранным студентам полететь домой, так как есть возможность, пока есть такая возможность улететь домой. И я помню, 27-го перевели онлайн, это была пятница, и через два дня в понедельник у меня уже был билет назад, в Украину. Но в Амстердаме, когда я садилась в самолет в Монро, который летел в Атланту, потом у меня был рейс Атланта-Амстердам, Амстердам-Киев, мне пришло уведомление, что отменили мой самолет Амстердам-Киев. То есть мне пришлось еще неделю провести в Амстердаме.
очень повезло, что я летела с подругой, тоже с водолыжной командой университета, и она жила в Амстердаме, живет сейчас в Амстердаме, и я просто у нее неделю осталась, пока не появилась возможность улететь в Киев обратно. З пригодами поверталися домой. Які інші види спорту подобаються, окрім водних лиж? Кроме водных лыж, мне нравится футбол. Всегда, наверное, будет в моем сердце. Так как с этого все, грубо говоря, начиналось, мне этот вид спорта до сих пор импонирует. И сначала у меня была мечта, помню, в детстве вообще играть в футболе, играть в сборной. Но как-то переключились потом на водные лыжи, и это больше понравилось. Также люблю посмотреть баскетбол. Особенно в Штатах это очень популярно. І от на завершення програми теж такі наше традиційне запитання. От ваші поради тим, хто починає свій шлях у спорті, юним спортсменам? Ніколи, хочу сказати, що ніколи не можна здаватися. Навіть якщо тобі кажеться, що от нічого не вийде. Такий період в спорті, що от нічого не вийде, пробуєш все, що угодно. Ніколи не здавайся, просто тренуйся, слухай свого тренера і... Все получится, главное идти к своей цели. Чего побажали б собі? Себе? Да всего то же самого. Не пытайся как-то отвлечься на другие цели, потому что все равно спорт – это дело очень хорошее и важное. И поэтому просто слушайся своего тренера. Дякую за те, що прийшли на програму, за щирі відповіді. Софія, бажаю вам також успіхів і у житті, у навчанні, у спорті. Нехай ваші мрії здійсняться. Дякую дуже. І наприкінці програми традиційне побажання займатися спортом і бувайте здорові. До побачення.